Россия представила Турции дорожную карту создания газового хаба. По словам вице-премьера Александра Новака, после подписания этого документа начнется реализация проекта. В интервью RT Arabic в кулуарах энергетической недели заместитель председателя правительства России отметил серьезность и перспективность инициативы. И в первую очередь он состоит в том, чтобы создать в Турции электронную площадку по торговле газом, которая бы формировала цены, исходя из спроса и предложения в этом регионе. Там много поставщиков, в том числе и Россия, один из крупнейших поставщиков, ну и потребителей много, в основном это и Турция, и европейские страны. Поэтому очевидно, что там должен быть своя электронная биржа, электронная торговля, которая формирует ценовые котировки. Собственно, этот проект сейчас в стадии обсуждения. Подготовлена дорожная карта, которая направлена турецким партнерам. Они ее в настоящее время рассматривают. В проекте газового хаба смогут участвовать не только российские поставщики, но и другие экспортеры. Ранее в Министерстве энергетики и природных ресурсов Турции заявили, что Анкара рассматривает варианты сотрудничества с другими странами для транспортировки и продажи газа в Европу. В частности, с Азербайджаном обсуждалось создание совместного предприятия. Также Александр Новак сообщил о возможности участия России в организации еще одного газового хаба, но уже в Персидском заливе. В этом проекте предполагается участие России, Ирана, Туркменистана и Катара. На панельной дискуссии с участием иранского министра господина Оджи он это озвучил. Вот я думаю, что наша компания «Газпром» изучит этот вопрос, и если это действительно реально и потенциально хороший проект, то, конечно, в нем будет участвовать и Россия в том числе.